Всем добрый день. Наступил новый день. Сегодня буду готовить тефтели в сковородочке. В сковородочку наливаю растительное масло. Вот у меня фарш разморозился, я формирую из него вот такие котлеточки. Вот такие вот примерно котлеты у меня получаются. На такую сковородочку у меня помещается всего 6 котлеточек. Дорогие друзья, вот такие котлетки у меня получились. Подпишитесь на мой канал, поставьте лайки. До скорой встречи в новом видео. Буду обжаривать котлеты на тефлоновой сковородке.